Клементьевская церковь. Интересное место, потому что названо в честь святого Климента Папы Римского, тем не менее православный храм. Но это связано с тем, что этот Климент был, стал святым еще до того, как разделились церкви. Поэтому тогдашние все святые были на месте. А кроме того, в 1612 году именно вот здесь остановили поляков Стукаткевича, наступавших Кремлю, пытавшихся деблокировать польский гарнизон. Авраами Пальцем остановил здесь бежавших казаков, повернулся назад, штурм отбили. Ну, а потом Каткевич не пробился и ушел назад в Польшу. А в ноябре освободили Кремль. Знаменитый дом Коробковой. Образец модерна московского начала 20 века. Весь себя эклектичный, красивый. Посольство одно время было. Сейчас просто дом. Красиво. Церковь святого Николы на Пыжах. Тут вокруг святых Никол. Рядом еще есть святой Никола на Толмачах. Тот, которому, собственно, пристроен. Третьяковской галереи или Третьяковской галереи пристроен к нему, и вообще домовая церковь Третьяковской галереи. А это церковь Стрельцов была на Пыжах, потому что был такой Потап Пыж, стрелецкий полковник, тут еще переулок есть его имени. Здесь стрельцы себе такую красивую церковь построили.